Так, мы продолжаем для Андрея Таскаева давать мат белопольным слонам. Да. Пока Так. предыдущие три попытки закончились неудачей. Ну, уже мы были совсем слабенького соперника. Ладно, надо развивать его. Вот как ты, может быть, что-нибудь поставить такое? Детский какой-нибудь матик. Матли Галя. Вот он мат. Да, детка. Какое чувство позиции, ты понимаешь? Это как называется? Что-то на Матли Гали похоже. Похоже, но это называется мое изобретение по ходу партии, видимо.